преддверии Дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, по инициативе главы Каспийска Бориса Гонцова, владелец ресторана «Виноград» Заура Баданов организовал настоящий праздник для людей с ОВЗ. Для них были накрыты столы с разнообразными блюдами, а также подготовлена музыкальная программа. Хочу сказать большое спасибо Зауру, что оказал такую помощь, что он накрыл нам, предоставил такое прекрасное помещение, накрыл праздничные, богатые столы, вкусная еда, напитки. И хочу сказать еще раз спасибо обслуживающему персоналу, который обслуживал нас все это время, находился рядом с нами. И все было очень вкусно, и было прекрасно все. По словам инвалидов-колясочников, такое внимание для них очень ценно. Директор гимназии номер 11 Мурат Идриса в рамках встречи также подчеркнул, что в Каспийске с каждым годом для людей с ОВЗ жизнь становится все более комфортной. В нашем городе, как бы по поручению главы города, есть у нас вот Арсен Базаев, которого все знаете, по доступной среде. Наш город вышел на лучшие позиции по доступной среде для лиц с ограниченными возможностями. Это все делалось при поддержке главы городского округа города Каспийск Бориса Гонцова и тесном сотрудничестве с многими предпринимателями, которые оказывают нам поддержку. Подарили гостям улыбку и воспитанницы ДДТ, которые выступили с творческими номерами. Душевные композиции на саксофоне исполнил Муслим Мудунов. Завершилось праздничное мероприятие дружеской беседой.